раз в таком шикарном отеле. Простите, как вас? Новый управляющий нашего отеля. Михаил Николаевич, если вы закончили с эмоциями, будьте добры, познакомьте меня со Стафом. Я этот отель построил, он может. Мне кажется, мы с вами сработаемся. Михаил Джекович, вы меня сегодня очень любите. Спасибо. Господи, ваша верность уже... Верность? Это просто смешно. Я тогда и подумать не могла, что между нами может что-то быть. Все. Мне надо сказать тебе что-то важное и очень личное. Михаил Джекович, ваша личная верность – это удивительно.